Готово, Сэм. Позаботься о ней. И не бойся, некроза не будет. Она особенная. Будет забавно, если эти наши Ха окажутся ключом к спасению. Размещаю транспорт. Сканирую. Счастливого пути. Разрешено.
Зарегистрировано. Жду подключения Кьюпида.
Хартман? Подача разряда. Отойдите. Ну, ты, можно сказать, застал меня врасплох. Рад тебя видеть, Сэм. Прости, я не хотел тебя пугать, но я такой, какой есть. А, да, положи ее туда. Опять безуспешно. У тебя что, сердце останавливается? Каждую 21 минуту. Я провожу 3 минуты на берегу и возвращаюсь. 60 смертей и воскрешений в день. 60 шансов отыскать на берегу мою пропавшую семью. Так я и живу. Вот моя жизнь. Тебе, конечно, довелось побывать у шва огромное число раз. Но мой счет все же повыше. 218 549. Я вижу себя в этом кратере. Свою жену и дочь. Как будто смотрю на свое сердце. Это называется кардиоформия миокарда. У меня крайне необычный случай. Могу показать. Ты видел когда-нибудь сердце в форме сердца? Нет, ты посмотри. Это не наследственное. Я так и не смог смириться с их гибелью. В последующие дни я стал одержим одной идеей, что берег существует, и они на нем. Я вызывал у себя остановку сердца. На целых 3 минуты. И искал их. Снова, и снова, и снова. Чтобы просто попрощаться? Наоборот. Считается, что у каждого свой берег. А вдруг и загробная жизнь разная у всех? Эта мысль меня ужасает. Вечное одиночество. Вот почему я решил отыскать своих родных. Чтобы последовать за ними. В смысле умереть? Если смерть нас воссоединит, то да. Но столь высокая нагрузка сказалась на моем сердце. Мышца сильно деформировалась. И со временем люди стали меня называть исследователем берега. Хартманом. Я очень рад этому разговору. О. А, тело, которое не мертвеет. Без признаков разложения. Как будто она все еще жива. Идеальная мумия. Безупречный труп. Ты чего? Ты ведь кое-что еще должен был доставить. А, нашел. Узри. Подожди, Дедман. Судя по всему, это пуповина. С виду человеческая, вроде. Но это был не просто канал между плодом и плацентой.
больше похожа на нить твари. Это от мамы? Да. Тело, которое не мертвеет, и пуповина, соединенная с берегом. Это удивительные находки, Сэм. Мое больное сердце просто ликует. 5 минут до остановки сердца. Извини, Сэм, но, скорее всего, нам придется прерваться. Мне нужно вернуться на берег и продолжать поиски моей жены и ребенка. Один человек, один берег. Таково правило. Но я исключение. Мой берег соединен с другими, как будто ему вставили коронарные шунты. Может, все дело в моем необычном сердце. Я точно знаю одно. Я их найду. С каждым визитом вопросов становится все больше. Но однажды я найду ответы. Да, найду. 3 минуты до остановки сердца. Поля битв. Эти бесконечные ловушки – отголоски мировых войн. Почему солдаты скитаются по берегу спустя столетия после смерти? Обычно души почивших там не задерживаются. Берег – всего лишь коридор, по которому они проходят в потусторонний мир. Но сожаление, обида, сильное желание остаться, если эти чувства достаточно сильны, они могут породить совершенно другой берег. Общее чистилище для армии проклятых. Клиффорд Унгер. Его горе и злоба, и твой ББ, ставший чем-то вроде катализатора, внесли в наш мир эти поля битв. 2 минуты до остановки сердца. Пройдите в безопасное место. Это лишь теория. Думаешь, это Хиггсом управляет? И остальными? Примите неподвижное положение. Не знаю. Но все указывает на то, что они здесь из-за Хиггса. Осталась 1 минута. Держитесь за что-нибудь. А, чуть не забыл. У меня к тебе просьба. Активация охранных систем. Ты пока просто передохни тут. Время останавливается на берегу, но не у шва. Тебе покажется, что прошло всего-навсего 3 минуты. Мы скоро продолжим. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you.
Ничего. Визит номер 218550. А, прости, о чем мы говорили? Я привык к циклам по 21 минуте, но для первой встречи тет-а-тет этого маловато, чтобы успеть все обсудить. Тяжело, наверное, так жить. Да. И нет. Когда привыкаешь, как я, это не так уж и ужасно. Дефекация, умывание, питание. Большинство основных жизненных функций легко укладывается в 21 минуту. Вот со сном сложнее. И с контактами, наверное, вербальным, физическим. Но человеку в моем положении это особо не грозит. Ты любишь читать? Слушать музыку? Кино? Я вот без дела не сижу. У меня есть подборка песен, телесериалов, очень интересных короткометражек и рассказов. Как раз хватает на сессии по 21 минуте. Все это было создано до выхода смерти, разумеется. Но если честно, моя 21 минута здесь – просто передышка, и все. Отдых перед тем, как снова выйти на поиски. Пусть мое тело здесь, но моя душа на берегу. Я уже умер. Я знаю это чувство. У меня семья погибла. Надо же. Не ожидал, что ты со мной будешь настолько откровенен. Я читал про то происшествие с твоей семьей. С моими близкими тоже произошел несчастный случай. Я лежал в реанимации после операции на сердце в городе. Когда стало ясно, что мое состояние стабильно, жена с дочкой поехали домой взять кое-какие мои вещи. И они попали в выплески пустоты. Город и больница не особо пострадали, но от удара вырубилось электричество и система жизнеобеспечения. Я очнулся на берегу. Там были люди, погибшие в тех двух выплесках. Что случилось? Что происходит? Я увидел в этой процессии свою жену и дочь. Эй! Это я! Куда же вы? Стойте! Не уходите без меня! Нет! Не уходите! Пожалуйста, не уходите! Потом включилось аварийное питание, и дефибриллятор вернул меня к жизни. Спустя 21 минуту после остановки сердца. Тогда я видел свою семью в последний раз. Это мое сердце стало причиной нашей разлуки. Но благодаря ему же мы с ними увидимся вновь. Оно определяет меня. Я Хартман. С тех пор я брожу по берегам других,
Я следую по стопам моей жены и дочери, а когда устаю, возвращаюсь сюда и берусь за работу. Но вот что странно. Мое сердце останавливается, а боль продолжается. А у тебя есть семейные фотографии, Сэм? Жаль. 5 минут до остановки сердца. Пока ты не отправился обратно на берег, объясни, что я здесь делаю. А, конечно. В этой области есть пункт выживальщиков. Наши ученые изучают там материал, относящийся к периоду до выхода смерти. Какого рода материал? У Земли долгая память. Ее пласты – это летопись событий с самого начала времен. И эта летопись пережила даже выход смерти. Эти ученые – мои коллеги по предыдущей экспедиции. Нужно, чтобы ты подключил их к хиральной сети. Амелия предложила разместить научные пункты вдоль этого пояса. Это единственное известное нам место, где есть сохранившиеся ископаемые позднемелового периода. Это когда исчезли динозавры. Считается, что последние из них жили здесь и только здесь. Понимаешь, эта земля скрывает в себе воспоминания о массовом вымирании. Что-то из этого может стать подсказкой для нас. Именно с таким расчетом Амелия и разместила здесь нашу вспомогательную группу. Прошлое информирует настоящее и помогает построить будущее. Вот что она внушила нам, прежде чем отправиться на запад. 3 минуты до остановки сердца. А, да уймись ты. Я выключу звук. Позднее одно необычное происшествие произошло в смоляном поясе у краевого узла. Невероятные объемы смолы вырвались на поверхность, поглотив огромную территорию многих моих коллег и хиральный пункт. Этот инцидент не поддается объяснению. Думаешь, в этом виноват Хиггс? Не знаю, но этот пункт был нам нужен. К сожалению, без него нельзя протянуть хиральную сеть на запад. Поэтому я прошу, чтобы ты помог нам построить новый. Он будет скромным. С нашим обеспечением на многое рассчитывать не приходится. Не как узловые города. Это уж точно. Но узел есть узел. Сэм, пожалуйста, возьми Кьюпид, подключи ученых к сети и отправляйся к Амелии. А после мы перейдем к нашей главной задаче – изучению выхода... Не волнуйся за него, Сэм. Надувной пол смягчил падение. Я открою тебе дверь. Сэм, ты слышал? Возьмешь заказ в терминале доставки.
главная цель в этом регионе – построить пункт взамен того, который уничтожила смола. Первый шаг – подключить убежище наших ученых к хиральной сети. Мы ничего не знаем ни о состоянии Амелии, ни о планах Хиггса. Нас это беспокоит не меньше, чем тебя. Мы ничего не узнаем, пока не доберемся до крайнего узла, а значит, сначала нужно подключить регион. Тебе стоит начать с геолога и палеонтолога. У палеонтолога есть что-то для эвобиолога, так что советую оставить ее напоследок. Так ты сможешь на один заход и сделать доставку, и подключить точку. Возвращайся, когда все трое будут в сети. И мы сможем начать работу над заменой утраченного пункта. Изучала окаменелости, исследуя доисторические случаи вымирания видов. Они уже давно занимаются раскопками, и, похоже, у них появились признаки заражения хиралием. Явно из-за контакта с хиралием в ходе грунтовых работ. Они не смогут продолжить работу, пока там все не будет очищено. И пока сами не выздоровеют. Ты должен принести им реагенты для очистки от хиралия. Подача разряда. Отойдите. Слой, который изучала наша группа, относится к концу мелового периода. В это время произошло массовое вымирание видов. Динозавры исчезли, и Землю унаследовали мелкие млекопитающие. Это самое недавнее событие Большой Пятерки и самое крупное вымирание видов в истории планеты. В общем, они обнаружили что-то поистине невероятное. Угадаешь, что это? Берег окаменелостей. Если все подтвердится, то это в самом деле поразительное открытие. Поэтому, Сэм, очень важно, чтобы ты отнес туда эти реагенты как можно скорее. И еще кое-что. На этот раз ты доставляешь бомбу с антивеществом. Она нужна палеонтологу, который работает на раскопках. Окаменелости, которые он хочет изучить, похоронены под слоем смолы, и открыть их можно только с помощью взрыва. Надеюсь, ты понимаешь, что с мощной взрывчаткой нужно обращаться с особой осторожностью, но если не понимаешь, доставь контейнер в целости и сохранности, любой ценой. Термоковик. Незаменимый предмет экипировки для холодной погоды, особенно при перемещении по заснеженным горам. Изучала окаменелости, исследуя доисторические случаи вымирания видов. Они уже давно занимаются раскопками, и, похоже, у них появились признаки заражения хиралием. Слой, который изучен, это в общем И еще... забыл, но бомба с антивеществом требует особо бережного отношения, особенно если ты везешь ее на транспортном средстве. Любые отклонения вызовут тревогу, учитывая это.
Сэм, Хартман рассказал тебе про озеро? Как-то атака навсегда изменила его жизнь. Он не только потерял тогда семью, но и сам чуть не погиб. У него была остановка сердца на 21 минуту. В обычных обстоятельствах он бы умер. Его спасла терапевтическая гипотермия. Но 21 минута на том свете изменила его навсегда. Возможно, из-за шока его дум-способности усилились. Теперь он при каждой возможности выходит на берег искать родных. Извини, Сэм. Ты прибыл ко мне издалека, а я даже не попрощался с тобой как следует. Будь осторожен. Как я уже говорил, здесь многое напоминает о смерти и уничтожении. Неудивительно, что твари заходят сюда намного чаще. Помнишь модели в моей лаборатории? Они были созданы по рассказам свидетелей. Наверное, они показались тебе странными. Ведь ты же так часто встречался с ними настоящими.
вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Сэм Бриджес? О, слава богу, это вы. Я боялся, что вы опоздаете. Правда, в последнее время я всего боюсь. Меня преследовали те же видения, что и вас, обладатели Дума. Кошмарная штука. Я думал, кошмары вызваны усталостью. Даже не предполагал, что это может быть связано с Хирали. Нам повезло, что мы успели предотвратить суицид. Мне нельзя умирать. Мои исследования еще далеко не окончены. Ты спасаешь не только мою жизнь, но и мои труды. Я уж думал, получу ли вообще эти лекарства. А ты в самом деле хорош в своем деле, а? Спасибо. Теперь я часть UCA, с доступом к целой сокровищнице материалов по истории. Изучать окаменевший берег теперь будет куда проще. Если, конечно, я правда смогу доказать, что это он и есть. Но, если честно, и я мечтаю поделиться нашими находками. Представляете, залежи Хирали есть в слое, появившемся 65 миллионов лет назад. Да исторический выход смерти. Хиралий существовал на Земле задолго до появления людей. И этот слой — доказательство. Сэм, посмотри. Видишь вон ту черную трещину? Мы полагаем, что это источник Хиралия. Давным-давно землетрясения привели к слиянию линий разлома и создали слои так называемого псевдотахилита. Мы зовем их окаменевшие землетрясения. По аналогии, можно сказать, что эта трещина — окаменевший берег. Присутствие Хиралия именно в этом слое не может быть случайным. Оно заставляет предположить, что берега появлялись во время вымирания видов в меловом периоде. И не только тогда. Хиральная сеть добыла данные о том, что окаменевшие берега находили и в слоях, относящихся к другим периодам вымирания. Это указывает на то, что Большая Пятерка и другие крупные вымирания видов сопровождались появлением берегов. Расширив хиральную сеть, ты помог нам распознать структуру в этих разрозненных данных. Ты помог нашим исследовательским проектам. И теперь лишь вопрос времени, когда мы сможем восстановить все утраченное и разгадать все оставшиеся загадки. Но это лишь начало. Нужно продолжать. Неизвестно, что еще откроется. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки.
Спасибо тебе, друг. Теперь мы сможем продолжить раскопки. Ха, здесь и так хреново. Не хватало нам еще задохнуться. Да, ты и сам знаешь. Но тебе это удалось. Хотя я и представить не могу, как. Можешь настроить сеть, пока я работаю. Знаешь что, Сэм Бриджес, хочу попросить тебя об одолжении. Один из местных курьеров нес сюда очень ценный груз, но обронил его по дороге. Это аммонит, которому 200 миллионов лет. Курьер говорит о нем так, словно он еще жив. Похоже, он нашел его на каменистом поле, которое раньше было спрятано под ледником, но это не все. Он утверждает, что у этого аммонита якобы есть пуповина. Пуповина. Не пойми неправильно, но образец нужно изучить, а я не хотел бы поручать такую тонкую работу дилетанту. Поэтому я попросил его вырезать аммонит из камня и принести мне. Разумеется, я хотел сравнить их с современными образцами поблизости. Поэтому я попросил его выкопать еще несколько вдобавок к тому, о котором он мне сказал. И что же этот кретин учудил? Потерял всю партию. Ему даже не хватило мозгов отметить, в каком контейнере был аммонит с пуповиной. Груз был утерян где-то к юго-западу отсюда. Там, где накапливаются ядовитые газы. Мистер Надежность утверждает, что его сканер грузов сломан, так что груз он уже не найдет. Но ты можешь его найти. Чтобы защитить тебя, я дам тебе кислородную маску. На всякий случай. Возьмешь ее, как примешь заказ. Эта окаменелость могла стать великим открытием. Мы знаем о живородящих рыбах, но аммонит с пуповиной – это нечто невиданное. И если ему действительно 200 миллионов лет, то он из эпохи вымирания видов в конце Триаса.
Это тоже большая пятерка. Может, эта пуповина связана с берегом? Мы должны любой ценой найти этот груз. Он мог бы стать ключом к разгадке механизмов происхождения выхода смерти. Мы так близки, буквально в шаге от понимания истинной природы этого феномена. Скорее, Сэм, нам нельзя потерять этот аммонит. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать... Загляните в терминал. Кислородная маска? Отличная мысль. Она фильтрует воздух, позволяя дышать как обычно. Она защищает от ядовитых газов и уменьшает усталость от активной работы, позволяя легче сохранять равновесие. Я бы посоветовала ее не выключать, но аккумулятор у тебя не бездонный, так что не надо так делать. Спасибо за ваш вклад. Получить разрядом. Сэм, конечно. Почти у цели. Ah!
Я должен его увидеть. О, боже. Он просто великолепно сохранился. Это невероятно. Спасибо, что нашел этот груз, Сэм. И да, там действительно лежит аммонит с настоящей пуповиной. Я уже отправил Хартману снимки и предварительный анализ по сети. Любопытно, что окружающий пласт содержит следы смолы, что согласуется с одной его теорией. Ладно, знаю, что ты только что принес этот аммонит сюда, но я хочу, чтобы ты доставил его моей коллеге, эвобиологу. В последнее время ее интересует смола. И я думаю, она загорится идеей изучить этот образец. Весьма примечательно. И это твоя заслуга. Строго говоря, она изучала, как смола могла повлиять на развитие разных организмов. Я также попрошу тебя забрать смоляные баки у ее убежища. И доставить их вместе с аммонитом. Ей будет слишком опасно отправляться за ними самостоятельно. Поэтому заняться этим придется тебе. Помогая ее исследованиям, мы сумеем хотя бы немного приблизиться к тайнам выхода смерти. Мы ведь уже так далеко продвинулись, изучая добытые сетью данные. Но уверен, мы способны на куда большее с твоей помощью. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доступа.
Спасибо за ваш вклад.
Mm.
Поражена. Очень немногие попытались бы это сделать. Можно взглянуть? Не царапины. И смола внутри в полном порядке. Ты не разочаровываешь меня. Сети. Тогда я смогу начать исследование.
Спасибо. Я действительно убеждена, что эта смола имеет отношение и к тварям, и к выходу смерти. Ведь смола и темпоральные дожди – ключевые элементы экосистемы, возникшей после выхода смерти. Подобные резкие изменения окружающей среды приводят к исчезновению не сумевших адаптироваться организмов. Остальные же приспосабливаются благодаря энхансерам, участкам ДНК, дающим успешным организмам преимущество. Это ключевые генные факторы эволюции. Но существуют гены с противоположным эффектом. Они вредят организмам. Как их называют? Факторы вымирания. Это семена совершенствования и устаревания. Эти факторы могут таиться внутри нас всех и ждать решения судьбы. И так было всегда с момента зарождения жизни. В этой смоле могут быть спрятаны доказательства. Свидетельства генетических решений, которые могут помочь нам найти верную дорогу. В любом случае, благодаря тебе, я теперь смогу детальнее изучить состав смолы. Любыми интересными находками я с тобой поделюсь. Молодец, Сэм. Ты даже не представляешь, как мы продвинулись в изучении выхода смерти. Еще раз спасибо, что принес мне тело мамы и тот аммонит. Кстати говоря, я достиг хороших результатов в исследовании пуповины. Я сравнивал данные с кое-какими из восстановленных архивов. Слушай, можешь зайти в лабораторию? Подготовка к подключению ретранслятора наконец закончена. Если ты соберешь необходимые для восстановления материалы и принесешь их сюда, я буду очень благодарен. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в тем...
Спасибо за ваш вклад.